Идем в туман. Тебя погружение будет. Но телефон добавляет контраст автоматом. Поэтому выглядит не так, как в жизни. Такая погодка обычное дело для марта, но в этом году она прямо на конец марта оттянулась. Не очень-то и жарко. Руки мерзнут. Здесь туман по рассеянии. У нас на улице вообще такое стоит. Бонь, что ты там нашла? А, Бонь? Что нашла-то? Бонни! Давай, микрошакал. Топаем. Топаем. Мы сегодня не будем идти большую прогулку, потому что вымокнем сильно. Где-то половинку пройдем. Снимаем туман с дождиком. И все же солнышко. Главное, руки не отмерзнут нафиг. В таком тумане можно кого-то встретить. О, вот сейчас там будет сгущаться. Новая волна наползает туман. Новая волна тумана, смотри, сгущается. Ну, наверное, этого не видно.
тут одно. Бывают еще другие цветочки, но что-то их нету сейчас. Видно. Грибочки. О, все рассеялся немного. О, здесь их много. Не, нам не надо этих грибочков, идем. Ты что, застряла, что ли? Ну иди сюда. О боже мой, ты застряла. Все, стой. Что случилось? Застревание собаки. Эти. Все. Неудачная эта модель, Бонни, неудачная. В виноградники пойдешь и попадешь. В тумане можно животных увидеть. Они выходят на подольше. Можно увидеть. А? Пахнет цветами. Ты уже замокла, да? Идем. А, вот еще цветочки. Коллекция будет. Это мускари. Дикие. Там еще есть. Вот эти маленькие цветочки. Они просто закрылись. Это птица млечник. Уже закрылся тоже. Вот питомочки. Вот еще один скарик. Ты чего-то занюхала-то? Может, какие-то животные были, скорее всего. Чего-то. Так что долез прям, давай не надо. Давай не надо, Бон. Это может быть какая-нибудь дохлятина, конечно.
смотри, на дорогу не выскочу. Отсюда посмотрим. О, смотри, коврик автомобильный тут выкинул. На вид новенький прям. Там целый склад. Ничего хорошего нет, Вань? Как ты теперь поднимешься? Наверное, было какое-то животное, может, даже шакал. Недавно. Да? Она убежала. Все, идем. Теперь уже я промок. Будем выруливать на обратную дорогу.